К миру в Украине призвал во время воскресной молитвы Папа Римский. Понтифик поприветствовал украинских паломников, которые прибыли в Ватикан по случаю 150-летия канонизации святого Иосафата. В своем обращении Папа Франциск подчеркнул, что присоединяется к молитве о мире для украинской земли в соборе святого Петра, которую проведет глава Украинской греко-католической церкви, верховный архиепископ Святослав Шевчук.